Ребята, всем привет! Сегодня отправляюсь в фермерский рынок. Там будут распродажи. Сегодня тоже пасмурно. Ветер есть, но не такой сильный, как ветер вчера был. Немного ярких красок. Видео. Костанай. Тут находится ледовая арена. А на обратном пути я пойду туда потом на тренажеры, покажу. Очень классные тренажеры, мне нравятся. Прохожу сейчас через дорогу. Тут такой пешеходный переход по мосту. На рынке будет продаваться и мясо, и овощи, и фрукты, и орешки, мука, сахар. По поводу паводка я тоже еще видео позже сниму. Но хочу поснимать там, где очень сильно затопило. Ну, сейчас туда не пропускают. Как можно будет пройти. Вот я тоже сниму видео, да, последствия. Посмотрим. Это вот у нас относительно недавно запустили вот такие вот новые автобусы. Сейчас по городу курсируют. Граффити. В термопарк тоже надо будет как-то сходить. В этом году я еще ни разу не был. Костанай. Вот он, фермерский рынок. Сюда и направляюсь. Костанай, пшеница. Смотрите, тут какие инсталляции красивые. Зимой тут гирлянды висели, а сейчас арки в цветах. На улице очень тепло, погода хорошая. Термопарк. Так, вот он, фермерский рынок, находится он в цокольном этаже. Спустился я вниз. Ну, люди уже закупаются. Рынок, смотрите, как красиво выглядит, людей очень много. Мед. Мед продают. 3200, 3200, 1700. Цены со скидками сегодня 2,5 за литровую баночку, за килограммовую 2000 и по 1500 за пол-литровую баночку. Хорош, хорошо, хорошо. Скидочки, скидочки сюда приветствуются. Видите, ребят, сегодня такие скидки. Яйца. Один лоток 1350 тенге. Масло, ребят, 460 тенге, 200, 2500, 5 литров сразу. Людей там много. Вот крупы продают по 200 тенге. 500 тенге рис. А вот мясо продают по 2000, 1800, шейка. Шея хорошо на шашлык брать. Свинина. Свинина. А почем коробка ребро? Такой 2200. 2200. Хорошая, да. 1800. 1800. Это курица. Филе грудки 2290. И шашлык сразу маринованный можно купить. Кстати, можно тоже стрим, ребят, провести, да? Шашлыки взять, только самим замариновать и провести, открыть шашлычный сезон. Вот кто желает, и на бишбармак все есть, можно тоже приобрести. Козы. Вот говядина. По 2700. 2700 за килограмм. Говядина. 2400 куски. Красивый. Фарш по 2700 тенге. Там, на перемешке, да? Перемешки налепить дома. Люди закупаются, берут. Вот это мясо по 2700 тенге. Курт домашний 3600. Он разный есть, курт. Вот вообще цветной. Такой красивый, да? Козий курт 4000. Копченый курт верблюжий 3200. Выбор очень большой. Копченый. А вот салаты. Салаты тоже я такие люблю. Острый, корейский. Я видео снимаю. Хер рыба 100 грамм 500 тенге.
сладости. 1500 тенге. Щербет мне тоже раньше нравился. Жидкий курт есть по 1500 тенге. Конфетки разные. Фруктовый курт. Я, кстати, это в Кыргызстане курт пробовал. Там он называется курут. Он тоже это вкусный был, такой интересный вкус у него, сладкий. Да, вот сыр. Сыр я тоже ел. 2200. Это вот целый брикет уходит, 3400 тенге. Я сыр беру сочиковский, мне нравится. Тут тоже вот скидка 3600 стоил, да, сейчас за 3200. А масло килограмм 4000 тенге, творог по 1100. А вот маленькие пачки курта, да, по 230 штучка. Сметана по 310, молоко по 300 тенге, жирность 2,5. Я если беру из молочки, да, ем сливки желательно, 33% жирности. Стараюсь продукты брать более пожирнее, чтобы больше жирности было. Но если есть домашние, то, конечно, еще лучше. Сметанка 1400 грамм. Домашняя, конечно, фермерская продукция тоже больше приветствуется. Ну, колбасы есть разные. Деликатес, дичь 3700 баночка. Ничего себе колбаса. Из кабана 7900. Лось 7000 палочка. Косуля 6200. А вот шашлык, да? Курица маринованная по 2100. И шашлык из баранины по 3500. Стейки по 4000 тенге. Хотел подойти посмотреть, мне очень интересно, микрозелень. Овощи ем, много овощей сейчас ем. Хотел посмотреть и даже что-то прикупить, но что-то ребят нет. А в том году они были. Но тоже мясо. 2800 тенге килограмм. Если на рубли, нужно все делить на 5. Даже соленые из конины. На 5 делите, и получается цена в рублях. Но тоже мясо по 2400, фарш по 2700 тенге. Большой выбор чая, бархатный вечер. И что входит? Чай зеленый, изюм, рябина, вишня, роза, мальва, календула, апельсин, манго. И тоже цены написаны. Лунная ночь 550 тенге, 100 грамм. Цена это за 100 грамм. А граф тоже вкусный чай, 550 тенге за 100 грамм. Историю, которая с нами приснится. Это выбор большой чая, конечно. Чай цейлонский, крупнолистовой. Чай я предпочитаю, если черный, то это да, листовой, чтобы чай был крупнолистовой, и чтобы листья были побольше. Чай зеленый, 400 тенге за 100 грамм. Эрл Грей, 550 тенге. Пакистан чай, 4300, это, наверное, за килограмм цена, да? Здоровый сон, на ночь его пить. Лемонграсс, рябина, яблоко, боярышник есть, ромашка. Каркаде, тоже полезный чай, 650 тенге. Ну, чьи они, конечно, полезны. Вот иван-чай, тоже шикарный чай. 14 тысяч килограмм. Ройбуш, 800 тенге. Здесь тоже такое дело, вот, для сладкоежек, да? Персик в шоколаде 300, банан в шоколаде 300, рахат лукум, 1170 тенге. И сладости. Очень много, выбор большой. Финики 396 тенге. Орехи, вот орехи 1583, забыл на название. Очень вкусные, но тоже считаются как самые дорогие орехи. А масло оливковое, так, 1850 тенге. Но вот на масло я перешел на оливковое, только я беру по 250 миллиграмм. Мед с орехами 1500 тенге, вот такая вот маленькая баночка. Яблоки Семеренко 690, Гала 680, Грэнни Смит 950, Черный Принц 660. Ну, это вкусные яблоки, но сладкие. Я яблоки ем зеленые. У них меньше сахара. Вот напитки. Айран, халяль, 0,5, 320 тенге. Айран я люблю. Тан. Тоже такой кисломолочный продукт. Цикорий пью, 365 тенге, черника плюс брусника, сливки 10%, ну, желательно, конечно, побольше, вот 20%, 33% надо. Кокосовое молоко, ух ты,
1360 тенге можно том-ям приготовить дома. У меня, кстати, специи остались от том-яма. Молоко кокосовое надо, еще нужно купить креветки, будут грибы. И специи у меня есть. Так, что тут по помидорам? Черри 200, помидоры к тебе 1450 тенге, черри веточка на ветках 3840. Этот помидор тоже тут выбор такой прям большой. Вот ташкент 1440 тенге. А, кабачки я покупаю часто. А, баклажаны тоже часто покупаю. А вот они, эноки грибы. Очень классные. Я с ними готовлю суп, еще их жарю с яйцами. И, допустим, баклажан, яйца и грибы. Очень полезно получается. Брокколи тоже редко ем, полезные. И грибы вот к том-яму. Такие вот грибы можно взять, еще 950 тенге за килограмм. Капусту разную ем каждый день. Пекинская капуста 690. Цветную капусту тоже беру, 1250 тенге. Огурцы ем, салат добавляю, 1100 тенге. Помидоры я как-то не ем, не покупаю. Апельсины 840, гранат 1680 тенге. Киви корзинка 800 тенге. Лимоны я по утрам всегда пью, воду с лимоном 670 тенге за килограмм. Груши я не ем, что они сладкие. Конференция 1180 тенге. Бананы 910, виноград черный, лидия, виноград красный 1400 тенге. Перец я еще тоже всегда добавляю в салат, 2000 тенге. Салат я ем и на обед, и на ужин с салатами. И мясо в основном, яйца, и сыр. Такая вот у меня еда сейчас. Огурцы разные по 800 тенге. Имбирь по 2700, перец горький, а вот чили 2300, и зелень есть. Еще и редиска продается по 630 тенге. Нужно тоже хорошо выбрать. А, помело 1490, желтое 1190 и маракуйя. Ух ты, маракуйя я очень люблю. В Китае брал его, 750 тенге одна маракуйя. Пастила продается килограмм 1980 тенге. Либо вот такая пастила по 250 тенге за одну штучку. Это фейхуа. Идите корзиночки обратно. Корзиночки всем предлагают брать. Да, сладостей, конечно, тут много, ребят. Вот манго, допустим, да, сушеный. 1750 тенге за полкилограмма. Сладкий. К чаю его. Чай «Милый фрукт» 550 тенге. Хорошо, что написали, да, что входит в чай. Вишня, курага, 550 тенге. Восточный чай, роза. Вон она, роза. Розовые лепестки видны. Береза султана 550 тенге. Календула, роза, ананас, чай зеленый. Вот еще один цикорий 275 тенге. Растворимый. Ребята, кто цикорий не пил, попробуйте. Не знаю, я попробовал, мне он сильно понравился. Вот чай горный, горный Арташ, 5000 тенге. Тут 17 наименований входит. Полезный, конечно. Вот мята есть, сушеная, да, 75 грамм. Ромашка, мотва, бутон и роз. О, можно, кстати, чай добавлять и миксовать, вкус будет другой. А вот масло топленое продают, жарить хорошо на нем. Сливочное масло и растительное масло топленое 7980 тенге. А это 17880, наверное, оливковое масло, да? 4 литра тут аж. Орехи я тоже добавляю в салат. Кеш, и так понемногу. Грецкие орехи добавляю. Вот эти вот кеши мне, я вот во Вьетнаме ел, такой вот кешик. Очень вкусное было. Смотрите, тут масло домашнее. Некрашено написано 5500, сыр козий 2650, молоко живое по 800 тенге. Так, тут продается рыба, вот скумбрия тоже беру 2530 тенге, горбуша 1900 тенге, очень хорошо ее тоже и супы делать, да, добавляю то, что грибы. Минтай 1200 тенге, кальмар, трубка 3750, мидии. Ракушки 3641 тенге.
И вот они, креветки, их тоже нужно брать на суп, да, том-ям, 3663. Ну, суп, конечно, получается такой довольно-таки дорогой том-ям. Лангустин, 5750 тенге за килограмм. Красная рыба, филе семги, 2938. Такой на праздник можно брать, да, кусочек. Это вообще огромная рыба, я не знаю, что это за рыба. Кижуч написано, 14264 тенге. За рыбу такую огромную. Дорадо, 4400. Все морское. Морская, да, конечно, рыба, это все диетическое. Стейк, вон, тунец, 6650 тенге. Стейк его и пожарить можно, да, и на углях сделать, кому как нравится, и суп приготовить. Филе горбуши, 2300 тенге. Малина, 2950 тенге. Брусника, 3450 тенге. Облепиха, 2500. Вот, можно купить замороженные, да. А это, ребят, белорусские продукты. Мне нравятся белорусские продукты, много что я здесь покупаю. Масло мне очень нравится, 84%. Колбаса докторская. Кстати, у меня много людей из Беларуси смотрит вам. Большой привет. Вот такая вот продукция у нас. Кровянка есть, 1870 тенге. Майонез провансаль. Мясной сюрприз. Килограмм 5970 тенге. Сыры тоже я разные покупал, пробовал, мне нравятся. Сыр голландский 4970 тенге. Круглый сыр 4570 тенге. Сливки тоже 10%. Вот такое вот масло я беру, ем 1070 тенге. Сыр фермерский 870 тенге. Молоко вон, Белоус, 3,2 жирности, 770 тенге. Сметаны все. Вон даже каши продают, да? Гречневая, со свининой, по-белорусски. Когда я путешествовал автостопом, сколько я гречки переел, очень много. Сало есть, грудинка. 3170 тенге килограмм. Зельц языком. Молоко. Молоко вон уже 7,8% жирности, 8,6. Вот. Это, конечно, еще лучше. Красиво все выглядит, уложено. Вот специи. Горчица по 300 тенге. Хрен с клюквой. Хрен васаби острый. Острое я люблю. Соус оригинальный китайский. Салатная заправочка. И тут продукция Депкс рынок минус 50%, минус 30% написано. И людей тут очень, конечно, большая. 50% цены производителя. Такая вот очередь. Смотрите, ребятки, красивые тортики. Только цен я тут не вижу. Десерты. Тут даже лепешки продают из тандыра. Вон, я вижу, тандыр стоит, вот он. По 160 тенге, а также узбекский патыр нан и батоны из тандыра. Вот так вот, вот они лепешки. В тандыре хлеб, конечно, вкусный. Вот яйца С1 по 450 тенге. Ну, в принципе, я уже все поснимал, ребят. Полностью обзор цен. Колбаска красивая какая. Помню, раньше мороженое такое покупали. Банку целую, вон, 750 грамм, потом бананы купим, нарежем, сделаем такой микс, а я любил шоколадное мороженое. Ну, вот тоже цены. Тут какие-то новые упаковки, я такой не пробовал, не знаю. А вот тут и приправы продают. Орегано, кардамон, приправа универсальная, приправа для баранины. Мясо купил, тут сразу можно взять приправу, да, замариновать. Вон перец розовый, горошек. Цены на макароны. Рожки 2 килограмма, 600 тенге. Так, 10 килограмм, 2500. А вот чупа-чупс, курт, он сладкий, да? Нет, обычный. А, обычный? А то я, знаете, в Кыргызстане пробовал фруктовый, курт сладкий был. А я не из Кыргызстана. Да? Ну, я понял, да. На вид он как сладкий, как будто.
Спасибо. Смотрите, ребят, пельмени. А какая цена? А, да, цена, чтобы цена говорила, 1900. 1900. 950, 2800, 1900, 2. 2000. 1200 возьму, там, наверное, покрытие, там, тут с творогом. А вес какой? А? Вес. Ну, это все за килограмм, я по килограмму, да? Цена за килограмм. Вот эти смешанные 2700. А вот это голубцы 1700, котлеты 2500. 2500 котлеты. Ага, потом капуста варенье 800 тенге за килограмм. С капустой 800. С картошкой. 1000 с картошкой. Ага, потом, ну, котлеты тоже самое 2500. 2500, да? А вот мясо тут какое? Тут смешанное, свинина и говядина. Свинина и говядина. Вот это элитка идет. Элитно. Ну, премиум написано, да. Еще, да? Элит, вон, еще лучше. Я такие не пробовал. Голубцы тоже интересно, да? Не знал. А как называется отдел? Сегодня, кстати, ребята работают до 8 часов вечера. Кто хочет, может прийти по акции взять. Вот. Смотрите, ребят, еще есть тут кукуруза. О, какой запах. 500 тенге. Вот кто с детьми придет, можете взять кукурузу поесть. Тут прям перед входом, где на фермерском рынке, тоже есть различные чаи. А, все это можно приобрести. Смотрите, русский букет, чай, травы. 2000. Смотрю, различные есть чаи. Фито-чаи тоже. И при гипертонии, здоровая печень. А, вот тоже полезный чай. Исландский мох. Ничего себе. Каркаде. Мята травы, душица трава, календула, цветки. Выбор, конечно, очень большой. Травы Башкирии есть. Напиток чайный для сауны и бани. После баньки, да, хороший чаек. Вот мне нравится в термос еще чая набрать, попариться и потом... И даже в баню уже можно сразу пить, да? Сердечный чай. Тибетский рецепт молодости. Видите, сколько много всего полезного тут продают. Такой вот отдел прям находится перед входом в фермерский рынок. А вот еще напиток, чайный напиток, имбирный. Имбирь тоже, кстати, полезен. Я покупаю имбирь. Кедровый латте, грецкий раф. 20%, видите, написали, скидка еще есть. Тут и отдел есть, смотрите, все для сада и дачи. На даче у меня сада нет, поэтому я не буду туда заходить. Красиво нарисовали. Поднимемся на второй этаж, посмотрим, как красиво. Тут он, розовый фламинго. Кстати, сейчас я уже вес сбрасывать не буду, но максимум до 70 дойду. Потом надо будет тоже сходить, одежду взять какую-то, да, пошопиться, потому что вся одежда у меня уже стала большая. Тут сюда обычные ставят фотозоны, сейчас тут божьи коровки, Костанай Плаза, термопарк. Тут тоже будет в городе Костанай. Обязательно сходите в термопарк, вам понравится. У меня есть видео на канале, видеообзор полный. Там бани, сауны, чего только нет. Там на крыше два бассейна есть, находится. А вот он и термопарк, и фитнес тут центр. Артему привет. Вот он, спортзал. Ты победитель, приди в форму. Сегодня выходной день, да, людей, конечно, много. Вот все переодеваются, там раздевалка есть. Давайте сразу посмотрим цены. Вот они цены. Один час стандарт 1800 тенге, льготный 750 тенге, детский 1000 тенге час. Еще есть безлимит 8000 стандарт, льготный 5000 и детский 5000, это на целый день. Есть термопарки и такие комнаты, вот VIP-комнаты, да, стоят это 7000 тенге. До 4 человек. Это на все пребывание, плюс людей. Тут потренировался, сразу пошел. В сауну сходил, попарился. Есть он отдел. Термошоп, да, магазин. Сейчас тут в фитнесе проходит акция 3 плюс 2. На выходные праздничные дни работают с 10 утра до 10 вечера. А с понедельника по пятницу пол 7 утра до 11:30. Видите, как удобно. Человек может найти всегда время, да, чтобы пойти на тренировки. Либо утром до работы, может сходить, либо после работы может сходить. Вот он, гардероб.
Тут, кстати, не было такой декорации. I love you, термопарк. Я люблю термопарк, да? И смотрите, тут продают сланцы, вон, шапочки, очки для плавания. Здравствуйте, тоже я сниму. И купальники сразу, и надувные круги, да? То есть, кто придет без купательных плавок, может тут сразу же и купить. И мыло вон, все есть, вообще продают. А тут уже не фламинго, а божьи коровки и облака. Красивый такой торговый центр. Спортивное питание продают. Айрон, да, железо. А, тут картины. Картины. Ух ты, серия «Космос». 3 года. А возраст 3 года, 7 лет. Вчера день космонавтики был. И вот в честь праздника, да, нарисовали. Эти штаны продают 8590 тенге. Потом надо будет прийти, вон шорты и футболки уже тоже что-то брал перед поездкой в Китай, и они уже большоватые все стали. 8590, ну, какая рубашка красивая. Раньше я любил классику, рубашки, брюки, такой одежды. Тут футболки по 4590 тенге продают. Разные. Вон тоже по 4590. Такие плотные прям. 3990. Лос-Анджелес. Ты сейчас одевать ее. С нашивками. Нью-Йоркер. Все, ребят, я уже буду выходить. Нужно будет вес стабилизировать, остановить и потом пойти взять одежду. Такие вот фонари мне нужны для стрима. У меня, кстати, была такая лампа, но она сгорела, не работает. А так было бы очень хорошо, и можно было зафиксировать телефон. А вот он, Костанай Плаза. Сейчас я перейду через дорогу и покажу еще. Там какие тренажеры у нас есть. Относительно их давненько поставили. Вот, кто рядом живет, может приходить тренироваться бесплатно. Все, я уже подошел к спортивной площадке. Находится она возле ледовой арены. И немножко наискосок напротив, да, от Костанай Плазы. А, тут есть такие вот тренажеры. Такие же тренажеры есть, ну, поменьше. Это где вот я видео снимал. Парк 25 лет независимости Казахстана, да? Там тоже такие же тренажеры, ну, поменьше, конечно. Вот мне нравится, когда делают такие тренажеры. Совершенно бесплатно можно прийти и потренироваться. Можно также и бицепс покачать. Вот есть скамья. Сел, вот так руку поставил и качаешь. Класс. Тут можно даже становую тягу поделать. Что тут удобно? Везде написано разведение ног стоя, да? И показано, как это нужно делать. Есть вот штрих, да, можно сканировать, посмотреть для просмотра инструкции. Ну и также лавочки есть между подходами. Можно сидеть, отдыхать, есть урны. Все очень удобно сделано. Классно, молодцы. Кстати, ребят, у нас на канале стало 88 тысяч. Спасибо большое всем, кто подписывается. Сегодня 13 апреля. И вот я снимал фермерский рынок. Да, сегодня он будет работать до 8 часов. Сегодня скидки там, акции. Это микрорайон Юбилейный. Тут и магазин есть такой, тоже называется Юбилейный, да, мини-маркет. Сейчас, может, водички возьму. Вот такую вот я воду взял, 1 литр. На Беглаве, Грузия.
520 тенге стоит. Ну все, ребят, давайте. Всем добра, всем пока, скоро увидимся.